Приветствую всех онлайн-зрителей на ежедневной аналитике, посвященной методам Уильяма Делберта Ганна. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Давайте, как всегда, посмотрим качество нашей связи, нормально ли меня слышно. Хотел бы увидеть плюсики, так, все вижу, замечательно. Как всегда, начнем с обзора новостей, которые могут изменить характер наших рассуждений, а потом перейдем исключительно к техническим моментам, как мы, собственно, и делали раньше. Стоит отметить по сравнению со вчерашним днем, что достаточно хорошо отработались расчеты на 15 минутках, особенно на евро, то, что мы с вами вместе считали. Поэтому я надеюсь, этот момент теперь для всех будет прозрачен, особенно для тех, кто только недавно смотрит наши мероприятия и при желании смогут делать подобные расчеты даже самостоятельно в дальнейшем. Ну, немножко забегая вперед, уже один максимум практически идеально и по сегодняшнему дню тоже отработался. Ссылку так же, как вчера, дам в конце мероприятия, потому что, возможно, какие-нибудь дополнительные построения будут и сегодня. Так, ну давайте переключусь сразу на рабочий стол. Сейчас одним глазком глянем в расписание новостей. Сегодня те, кто ночью не спали, отслеживали новости по Австралии, они уже прошли, ничем нам помочь не смогут, но сегодня в 15.30, еще фактически через 6,5 часов, новость – это сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике, то есть все, что связано с евро, долларом и кросс-курсами, в которых где-нибудь сидит евро, ну, как правило, в числителе. Все остальное время можно вполне полагаться исключительно на технику. Теперь давайте смотреть на график. Начинаем, как всегда, с индекса доллара. На днях, по сути, ничего не поменялось. Мы по-прежнему сидим в зоне между двумя любимыми углами по цене. Поэтому, что он хочет делать дальше, до конца еще определить нельзя. Если опустится ниже 96.65, может попытаться сходить еще раз на 94.87. Если все-таки залезет выше 97.60, то попытается идти наверх до следующей зоны, такой же образованными двумя любимыми углами, просто на следующем обороте. В любом случае, на днях смотреть на него сейчас не особо интересно, потому что надо посмотреть, как будут развиваться события дальше. То есть это будет интересно, может быть, где-то к середине следующей недели только. А мы пока заглянем на более маленькие таймфреймы. Мы с вами вчера разбирали, что, возможно, будет формироваться клин. Вот, но клин не получился, сделалась двойная дивергенция, и вот она сейчас слабо так отработалась, и он опять уперся в 96.72. Напоминаю, что для того, чтобы пересчитать любимый угол для индекса доллара, нам нужно еще две точки, то есть где-нибудь еще один минимум и максимум выше, чем вот этот максимум. И тогда можно будет уже считать. Пока что у нас данных нет, пользуемся разметкой старой. У него еще есть время для того, чтобы все это сделать как минимум до 23 февраля. Поэтому времени еще более чем достаточно. Схематически можно обозначить еще фактически где-то 112 свечей на этом графике. Ну, выходные, естественно, поправку внесу. Теперь, исходя из того, что индекс доллара может немножко скорректироваться, смотрим на все остальные инструменты. И при необходимости делаем свои какие-то коррективы. Я уже все углы успел перенести. Вот, 15 минутки перед началом аналитики я уже все посчитал, и цены, и даты. Поэтому сегодня, скорее всего, мы с вами уложимся минут 45-50. Потому что вчера немножко по времени пришлось продлить мероприятие. Но я думаю, все равно в целом мы со своей задачей справились. Итак, идем на евро-доллар на дневной. Я вам на всякий случай эллипсами обозначил точки для расчета нового любимого угла, если будет желание посчитать его без меня. Вот, пока что мы ждем, что он собирается делать дальше после вот этой коррекции, да. Если он так и не пробьет реверс,
и пойдет наверх, то будет повод посчитать новую разметку, сделать ее более точной. Потому что напоминаю, что со временем рынок изменяет свой характер движения, меняется волатильность, появляются новые участники, старые уходят, и поэтому со временем модель становится менее точной, и рано или поздно синхронность цены и времени теряется, и приходится считать новую модель. Поэтому полагаться как на абсолютную истину на модель, даже если она работает несколько лет, не стоит. Всегда нужно смотреть, возникают ли деформации или нет. А у нас есть повод задуматься. Это то, что она сначала шла с ускорением, вернулась к углу 1.1. Вот здесь пока что еще все было хорошо, а сейчас она начинает замедляться еще больше, чем в самом начале. И вполне возможно, что если по какой-то причине доллар станет слабее или евро станет сильнее, или то и другое одновременно, то она может еще вырасти, если будет пробит перенесенный угол 1.1. До него еще, собственно, достаточно далеко, но исключать подобный факт мы пока что еще не можем. Оставим его исключительно в теории на данный момент. Если он туда дойдет, тогда уже и будем рассуждать, исходя из этих событий. Если не дойдет, то более на маленьком таймфрейме будем работать с более краткосрочными тенденциями. Это нам никто не запретит делать дальше. Переходим на более маленькие таймфреймы. Вчера я вас предупреждал, что даже если он зайдет за перенесенный 1.1, то лучше не открываться, потому что его встретит один из основных углов, он на нем может затормозиться. Вот как раз мы это увидели. Он даже, по сути, три раза туда бился, и три раза у него так и не получилось это сделать. Поэтому давайте перенесем углы и совершать какие-либо сделки будем только если он за них зайдет. Если зайдет за верхний, обратите внимание, что у него на пути будет три фрактала, поэтому здесь очень внимательно, здесь смогут работать те, кто может работать внутри дня, у кого достаточно свободного времени для этого. Вот. Если же вы смотрите это на график, например, уходя на работу и приходя с работы, да, то лучше на всякий случай немножко недополучить прибыль и отложенники уже поставить за фрактала. Почему? Потому что он может пробить угол, да, сходить до фрактала и благополучно там развернуться и пойти выбивать ваши стопы. Вот. Поэтому здесь стоит быть повнимательным. Если же пробьет перенесенный 1.1, вот этот, да, то тогда может идти дальше вниз до следующего угла поддержки. Ой, не угла, уровня, прошу прощения, поддержки. Это 1.10.866. На расчетах по квадрату 9 мы как раз посмотрим более точно, до каких значений он сможет сходить. Пока что мы обозначаем общую картину, на основании которой мы будем принимать решение уже дальше. Теперь смотрим на фунт стерлингов. Вот, вчера смотрели на вымпел. Он действительно пробил границу, начал идти вниз, но после этого благополучно остановился на угле ускорения. И к тому же, если обратите внимание, получилась еще и дивергенция, которая, собственно, и остановила данное движение. Те, кто караулили, надеюсь, выскочить успели. После этого максимумы начали увеличиваться, минимумы начали падать. Это вот самое ненавистное для меня структура, которая может сформироваться на рынке, расширяющаяся формация, которая вносит большую неопределенность. В основном она сильно действует на мозги тем, кто любит работать методом многократных лотов, потому что сделки возникают то в плюсе, то в минусе, и лишнее давление на нервную систему оказывают. Переносим углы, опять же, сейчас на самый низкий минимум из последних, на самый высокий максимум из последних. И ждем пробития вверх или пробития вниз. Так, вижу, появились сообщения в чате. Алексей, вам как человеку в ладах с вышматом, может, будет интересна одна статья по расчетам цен на опционах по трансформации Фурье. Ну, это мне вообще вещь достаточно хорошо знакома, но статью обязательно прочитаю. Я вам уже неоднократно приводил пример, что дискретное преобразование Фурье можно достаточно легко использовать при вычислениях. Плюс ко всему,
фактически, если сильно так напрячься и подумать, то метод Ганна – это графическая интерпретация преобразования Фурье. Вот. Статью я себе сохранил. После того, как семинар закончится, обязательно посмотрю. Спасибо, Курбан. Так, дальше. Михаил пишет. Вчера протокол по минуткам ни о чем. Как всегда, набор слов. Инфляция 2%, рост экономики замедляется и так далее. И некий намек, что в марте ФРС ставки не будет поднимать. В общем, конкретики не было. Рынок никак не отреагировал. Ну, значит, будем ждать следующих новостей. И, кстати, в дополнение к тому, что сказал Курбан в предыдущем сообщении, если будет желание и интерес, и мы какую-нибудь из аналитик с вами завершим немножко раньше времени, то могу вам пару примеров с Фурье показать. Самое главное, запомните, что, опять же, Фурье – это просто математический инструмент, который правильно нужно уметь применять. В основном, основная ошибка всех трейдеров, которые хватаются за него как новый уникальный совершенно метод, который никогда не ошибается. Запомните, любые математические методы на рынке рано или поздно ошибаются. Вот. Но основная проблема в том, что сначала нужно определить несущие частоты, правильно ли они выбраны, или основные гармоники, называйте их как угодно. И если вы убедитесь, что основные гармоники выбраны правильно, вот только тогда уже можно на их основе применять преобразование Фурье. Потому что если вы, например, находитесь в восходящем тренде и случайно поймали одну гармонику от предыдущего тренда, падающего, то Фурье покажет вам такую бредятину, которую вы вообще не будете знать, как вообще можно интерпретировать. Вот. Если же гармоники будут выбраны правильно, то Фурье очень часто будет показывать правильное движение рынка на ближайшее будущее. И второй фактор, который обязательно помните при работе с этим инструментом, это то, что он делает прогноз на основании текущих данных на несколько свечей вперед, да, и в него могут внести свои коррективы, естественно, новости, поэтому прогноз нужно делать между новостями. И вероятность отработки медленно угасает с течением времени. Ну, так же, как и у многих опережающих инструментов. Так, это вот так, небольшое лирическое отступление. Кому будет интересно, можно будет это потом обсудить. Плюс у меня отдельно есть курс из трех занятий, который называется «Дополнительные страница индикаторного анализа». Вот. Там как раз на третьем занятии оно полностью посвящено дискретному преобразованию Фурье. Так, вижу, вчера забрал фунта на продажу, пока сделок не открывал. Отлично, если кто-то еще забрал, тоже жду сообщений в чате. Для новичков сообщаю, что было бы неплохо те, кто забирает свой кусочек прибыли с рынка, писать это в чате, чтобы вновь прибывшие тоже это замечали, чтобы не я говорил о хороших движениях, а такие же трейдеры, как и вы сами. Если у кого-то еще есть какие-то альтернативные взгляды на рынок или альтернативные мнения, подтвержденные рассуждениями или фактами, то, пожалуйста, высказывайтесь. У нас здесь всегда был в последнее время именно диалог, а не монолог с моей стороны, поэтому альтернативные мнения я всегда приветствовал. Так, мы идем на швейцарский франк. Вот он все-таки прополз еще наверх. Давайте передвинем, посмотрим, как это было. То есть, кто караулил, кто не закрылся вот здесь, у кого терпения хватило, да, кто не стал убегать сразу, было движение еще наверх, можно было добавиться и около угла, собственно, выпрямить. Я думаю, вряд ли здесь у кого-то терпения хватило больше просидеть. Вот. Если же такие избранные есть, то, пожалуйста, можете передвинуть стоп еще поближе, то есть прибыль у вас уже набежала очень неслабая. Вот. Можно поставить стопик либо за ближайший минимум, либо за линию Ганна. В любом случае, и то, и другое фактически одна и та же цена. Вот. Сейчас рассуждаем точно так же. Пробивает верхний угол, уходим наверх. Пробивает нижний угол, будет коррекция какая-то. Ну, коррекция нам уже давно. Мы ее ждем, но никак она не начнет вырисовываться. После нее можно будет зайти более выгодно. Так, дальше. Иена. Иена так ничего интересного и не показала.
после вот этого стремительного роста, нам нужно, чтобы произошло обновление одного из углов. Если иену потянут наверх, вы как раз это увидите с пробитием перенесенного 1.1, и начнется движение против вот этого краткосрочного падающего тренда, то, что мы смотрели. Вот так, кстати, тут какая-то лишняя линия у нас еще осталась. Еще из старых. Давайте это поубираем. Вот это уже кусочек истории, нам он абсолютно не нужен. Вот, пробивает вверх, идем наверх, только внимательно вот здесь, около вот этого максимума, плюс нам давал Михаил биржевой уровень 114.94, ну фактически одно и то же значение, там внимательно стопик, если что, передвинете. Так, вижу, Павел пишет сообщение, по золоту и фунту оба хода забрал, плюс 25% к депозиту. Ну, замечательно, присоединяюсь к поздравлению, то, что написал Михаил. Так, дальше. Кстати, по золоту считал пункты при росте на 1 доллар, это 100 и 10, или 10 пунктов считать. Но если вы пользуетесь терминологией метатрейдера, то тут ничего переводить не нужно. Если в классическом определении, там точность получается выше, там соточка получается. Так, австралиец. Австралиец, получается, был зажат между очень узким диапазоном. Давайте перенесем так, как было, чтобы пояснить, особенно для вновь прибывших, да. Смотрите, как было вчера, да. Сначала он дал сигнал вниз, и, скорее всего, своего стопака поймали, да. Но потом сигнал на покупку, и вот это вот все обратно вернулось с дополнительной прибылью, и даже еще компенсировало убыток, и еще раза в два больше сверху. Теперь образовался новый максимум, новый минимум. Переносим заново углы. Хоть этот тренд восходящий уже на ладан дышит давно, но тем не менее он так и не закрепился ниже угла замедления, поэтому пока что пользуемся старой разметкой. Он буквально тут из последних сил на пару пунктов заполз выше предыдущего максимума. Пока что пользуемся тем, что есть. Опять же, пробивает верхний, уходим наверх, пробивает нижний, уходит вниз. Пока что у него есть время подумать как минимум до 4 часов ночи завтрашнего дня. Так, нельзя ли перейти на белый фон? Трудно рассматривать графики. Ну, это, собственно, настройки по умолчанию, иначе придется перекрашивать абсолютно все линии, которые были. Потому что они в основном желтым цветом сделаны, на это надо будет убить достаточно много времени. Если как бы все будут солидарны в этом вопросе, я какие-нибудь выходные свои убью, чтобы их перекрасить, но так, конечно, не хотелось это делать. Потому что все линии в основном рисуются вручную, особенно это касается квадратов. Так, новозеландец. Новозеландец по-прежнему не хочет ходить вниз и недавно дал новый сигнал на покупку, то есть контртренд, да, то есть здесь вот как раз у вас был сигнал, к тому же еще и линия Ганна сломалась, да. Единственное, что заходили, скорее всего, не сразу, а заходили вот здесь, потому что осциллятор запрещал вход, да. Вот. А после вот этого отката уже ничего не запрещало, все хорошо, входить можно, да, но это для таких суперосторожных трейдеров. И достаточно сильное движение, плюс оно было уже отслежено тем, что сначала осциллятор предупреждал, что движение сейчас завершится, да, вот здесь. Плюс потом те, кто не послушались, уже еще и дивергенция была, поэтому дважды всех предупреждали. Я надеюсь, здесь те, кто любят новозеландца, свою прибыль уже взяли. Так, евро-доллар. Так, Антон пишет, на белом еще хуже, сам пробовал. Ну, думаю, Антон, наверное, больше всех смотрел этой аналитики. В этом плане, я думаю, ему доверять можно. Так, теперь евро против американского доллара. Переходим на разметки по квадрату. Ситуация абсолютно никак не поменялась со вчерашнего дня, как он ползал между двумя уровнями. Вот здесь попытался сходить вниз,
нарисовал тут же микроскопическую дивергенцию, да, плюс еще предупреждение от осциллятора о том, что сейчас это дело все загнется, да, и стоит на месте, по сути, пока не закрепится ниже 1.11.324 без запрета со стороны индикаторов или выше 1.11.868, никакого интереса он для нас представлять не будет. Так, еще вижу сообщение. Да, в трейдинге золотое правило, ты можешь забыть поставить или не поставить take profit, но стоп всегда нужно ставить. Абсолютно верно, полностью согласен с Михаилом, слово в слово. Так, Владислав задает вопрос. Алексей, ваши рассуждения по углам Ганна дают рекомендации входить только после пробития углов. Внутри углов о торговле вы ничего не говорите. Почему? Потому что это рискованно или почему еще? Вот, дело в том, что внутри углов, да, вот как сейчас, да, абсолютно непонятно, что будет происходить. Поэтому наиболее комфортная торговля будет тогда, когда рынок зайдет за один из них, значит кого-то больше. Если зайдет за верхний больше на данный момент быков, зайдет за нижний на данный момент больше медведей. Это можно сочетать с направлением по тренду или против тренда. Да? Если вы очень осторожный трейдер, вы будете входить только в направлении тренда. Если вы имеете возможность часто в рынок заглядывать, вы можете совершать сделки и краткосрочно против основного движения, но для этого нужно иметь достаточно опыта и еще больше свободного времени, чтобы вовремя на все это дело реагировать. Единственным исключением, когда можно внутри заходить, это когда будет возникать, например, какой-то срочный сигнал типа дивергенции. Вот. Во всех остальных случаях я не вижу причин, для чего входить внутри диапазона. Плюс ко всему сигналов, как правило, вагон и маленькая тележка, и выжидать какого-то сигнала внутри диапазона нет никакого смысла. Так, Еврика посмотрели на 15 минутках. Обратите внимание, в 4.15 фактически идеальное попадение по времени, да, минута в минуту. Вот. Сейчас остановились на значении 1.11.342 и пошли рисовать дивергенцию на 1.11.488. В идеале, если он до этой цены дойдет в 10.15, да, и будет отбой, можно будет краткосрочно поймать маленький откатик назад. Ну, сейчас насколько маленький примерно померяем, да, вот, тут, ну, буквально кот наплакал, да, то есть минимум где-то в районе 14 пунктов. Ну, это в основном интересно только для скальперов. Пока что это у нас в рамках эксперимента идет, но по времени вчера, вот, например, да, то, что обсуждали, да, вот это падение тоже идеально остановилось на времени. Здесь тоже разворот начался по времени, тоже вот минимум образовался вот этот фактически тоже пункт в пункт, и это тоже в том числе. Вот. Поэтому, если будет в дальнейшем интересно, мы их оставим. Если нет, то мы их уберем. Фунт стерлингов, похоже, себя ведет с евро-долларом, с той лишь разницей, что немножко больше сходил, и здесь вырисовывает дивергенцию и вот эту вот межпакостную расширяющуюся формацию. Будем ждать, сможет ли он пробить 1.42.748, если нет, его утянет назад просто банальной коррекцией на 1.43.636. Время подумать у него еще более чем достаточно. Напоминаю, на этой неделе у него фигура треугольник наложения, да, поэтому это самая маленькая частота для колебаний, которые мы можем засечь. И это в районе где-то 17.00, только аж 19 числа, то есть завтрашнего дня. Уже конец рабочего дня завтра. Для фунта стерлингов здесь получился пятиугольник. Я только первый угол рисовать не стал, потому что он с полночью совпадает. То есть вот в этот максимум мы попали, но от него как бы ни тепло, ни холодно. Вот здесь по времени получается он его пересилил, ушел дальше. Сейчас идет откат назад, и этот откат, как видите, по осциллятору скоро закончится, поэтому стоит ловить его именно на отбое. Смотрите, чтобы он остановился или здесь, и потом можно будет поймать где-то в районе 10.45 его дальше.
Так, Алексей, если можно, покажите, пожалуйста, как вы рассчитываете уровни по цене на Ганзиле, спрашивает Курбан. Ну, если времени хватит, покажу или сегодня, или завтра. Там придется считать два раза, потому что после того, как посчитаем инкремент, нужно посчитать отдельно уровни вверх, один квадрат будет, а потом второй квадрат отдельно вниз. Поэтому там считалка идет чуть-чуть дольше. Вот, я потихоньку пишу на MQL скрипт, чтобы он одновременно считал и даты, и цены. Вы его на график кинете, только нужно ему сказать, какая у него фигура наложения, сколько у нее углов, какая цена начальная, вот, и какой инкремент у цены. И он сам эту сетку вам разрисует, или на 15 минутки, или на часах. Но пока что-то с ценами получается, с временем какая-то погрешность выходит, не могу пока вычислить именно из-за чего. Как доделаю, тогда в каком-нибудь из семинаров я вам его в этот закину, если кому-то будет интересно. Так, вижу, пишет Михаил, фунт находится под давлением, возможно падение к нижней границе на Чикаго 1.4174. Давайте вернемся все-таки не на 15 минутки, а на часы. И сейчас заодно глянем, совпадет с историческим или с расчетным уровнем, или нет. 1.4174. Так, напоминаю, то, что дают данные по Чикаго, будем рисовать белым цветом, чтобы не путать с расчетными значениями. 1.4174. Ну, опять же, практически пункт в пункт с следующим расчетным значением. Если продавят, то движение к следующему. Абсолютно что по Чикаго, что по Гану одно и то же. Опять же, двумя разными путями пришли к одной и той же цене. Это увеличивает вероятность ее отработки. Благодарю, Михаил. Так, дальше швейцарский франк. Внимательно смотреть после аналитики. Возможно, как раз вот этот небольшой откатик и начнется. Существовать он будет недолго, буквально несколько часов. Если движение вниз начнется, оно будет буквально так, оп, и все. И прошел. Может откатиться к 98.647 вот сюда, но дальше маловероятно, он на ней уже много раз останавливался. То есть просто после такого роста какая-то небольшая коррекция в любом случае должна быть. Вот, вот это может быть она как раз и есть. Началась по расчетному времени. Дальше японская иена продолжает по-прежнему сидеть вот в этом окопе непонятном между двумя уровнями 114.309 и 113.674. Лично у меня абсолютно никакого интереса она не вызывает. Вот, поэтому какие-либо действия лучше все-таки делать после преодоления нижней или верхней границы вот этого вот канала из двух расчетных значений. И лучше открываться после того, как наступит следующий временной уровень. Объясняю почему. Если вы открываетесь, допустим, начинается движение, все вроде бы хорошо, вы сидите в плюсе, наступает время, она разворачивается и идет выбивать ваши стопы. Если вы, конечно, все время у монитора, вы успеете среагировать, если вы поглядываете там утром и вечером в рынок, да, то можно получить хорошо по шее. Такие мы уже примеры видели. Особенно на иене, поэтому будьте внимательны, входить с пробития здесь до 16 часов могут только те, кто либо смотрит с мобильного устройства, либо те, кто буквально все время находится у компьютера. Так, следующий, кто у нас идет по расписанию, это австралиец против американского доллара, начинает двигаться вниз. Пошел, сделал минимум, остановился. Сейчас будет пробовать пробить 0.71498. Если пробивает, то сможет уйти вниз на 0.71191. Или если даже там не остановится, то на 0.70885. Но можно будет это делать только если эта свечка закроется ниже 71.498. Не закроется, значит не трогаем.
И лот придется разбить на две части. То есть, если вы работаете, например, лотом 0.2, то сначала надо зайти 0.1, а как линия Ганна сломается, тогда еще 0.1. Потому что против нее входить не всегда бывает хорошо, потому что рынок может просто банально маленькое колебание сделать и начать рисовать вот такую же кашу, как рисовала иена. Так, ну вижу вопросы не ко мне. Там уже ответите сами. Дальше. Новозеландец. По новозеландцу тоже видите дивергенция, откатывает цену вниз. Если на 9 часах плюс-минус 2 часа не остановится эта дивергенция, то потянет ее отрабатывать дальше. Ну, в данном случае цель 66.283. Если от нее отобьется, вернется на 66.576. И начнется опять вот этот канальчик, как он здесь тогда скакал, да? Если преодолеет, то к следующему уровню 0.65989. Все как раз решение стоит принимать после того, как закроется 9-часовая свечка по времени метатрейдера. Так, канадец. Канадец вчера успел нервы потрепать, несмотря на то, что по времени развернулся 16 числа, он фактически идеально дал два сигнала, один убыточный, один прибыльный. Вот. И вчера, по сути, дал еще один сигнал на продажу, который очень хорошо отработался. Давайте посмотрим. То есть вот был перенесенный реверс, да, вот он его пробивает, чуть-чуть в минусе постоял, отбился от 38.777 и полетел ракетой вниз, ждали вот здесь, через один уровень вниз, а он даже еще чуть-чуть дальше сбегал и остановился дальше на времени на 3 часах ночи. Получается, сейчас его зажимаем опять между двумя углами и караулим, что он будет делать дальше. Углы очень высокий наклон имеют, поэтому пробитие происходит очень быстро. Пока что, опять же, новозеландец смотрит вниз. Вот. Если пробивает верхнюю, то есть вот этот угол, перенесенный 1.1, то сразу не входим, потому что на пути уровень по цене. Открываться лучше после 37.009. Если пробивает и то, и другое, тогда может сходить вот сюда, скорректироваться до 23.00 сегодняшнего дня. Если пробивает вниз, то цели у вас есть. Время то же самое, но цели чуть поменьше. Вот. Но так как вырисовывается здесь дивер, более вероятно, что все-таки немножко сбегает именно наверх. Так. Тоже вопрос не ко мне. Так, Аргентум. Аргентум ходит между двумя уровнями фактически с начала недели, поэтому и смотреть на него мы особо не будем, как минимум до 10 часов дня. Если в 10 часов он сделает какой-нибудь красивый минимум, здесь около, в районе 15.197, то скальперы могут уйти на 15 или на 5 минутки и там чуть-чуть его покусать. Но, как видите, расстояние между ценами BID и ASK в принципе сравнимы с расстоянием между уровнями, поэтому спорный такой вопрос, вообще стоит ли его трогать по сравнению с тем, какое веселье сейчас творится на других инструментах, или вот тот же канадец, который мы сейчас смотрели, или золото. Вот, золото, несмотря на то, что стоит тоже в диапазоне, оно значительно превышает спред, поэтому здесь можно развернуться более широко. Вот. Если сходит еще раз вниз, немножко сюда, у нас будет как раз, смотрите, раз, два, три, третье касание. Обычно с третьего касания цена отбивается. Если сразу же третьим касанием не происходит сильного пробития с огромной медвежьей свечой, то практически всегда происходит отход к предыдущему расчетному уровню, хотя бы вот на один уровень выше. Один уровень выше это 1213.666. Это будет в районе 13 часов. Может быть сгенерирован этот сигнал. Если не сгенерируется, тогда ждем пробития или верхней границы, которая совпадает с данными по Чикаго, либо с нижней границы. Вот. Но если немножко схитрить и посмотреть на более большой таймфрейм, то обратите внимание, что вчера
по сути, золото остановилось на предыдущем любимом угле по цене на 1198. И, возможно, вот эта вот маленькая коррекция уже завершилась. И вот это у нас будет точкой номер 3 для определения любимого угла по золоту для покупок. Для того, чтобы его определять, нам нужен еще один максимум выше вот этого. Поэтому, скорее всего, на этот вопрос нам ответит даже не следующая неделя, а может быть даже через неделю. Так, вижу, еще предлагают нанести данные по Chicago Mercantile Exchange на канадце 1.3699. Так, ну лишним в любом случае не будет. Давайте нанесем. Опять же, белым цветом, чтобы не путать с расчетными значениями. Так, 1.3699. Опять же, с расчетным уровнем пункт в пункт практически совпадает. Так, золото посмотрели. Забыл сказать, что золото на 15 минутках тоже рассчитано. Так, куда-то дел цены. Так. Ладно, можно будет, если что, потом успеть досчитать по нему. Так, австралиец. На днях ничего нового не сказал. По золоту уже обсудили. Рубль вернулся к предыдущему любимому углу на 74.44 по цене. И, как видите, здесь мы снова видим сигнал о том, что импульс вниз завершается. Но, опять же, здесь оглядка на нефть. Все, что происходит с рублем, это имеет первопричину, связанную с изменениями цен на нефть. Сейчас изменение политики стран ОПЕК на сокращение добычи поставок нефти, да, то есть как будет вести себя еще Иран, если он снизит насыщение рынка нефтью своей, то, возможно, нефть станет более дорогой. Маленькая предпосылка у нас пока здесь вырисовывается, но пока мы не увидим подтверждения, пока что верить на слово им мы не будем. Уже подобные сказки мы слышали еще в прошлом году. Если же действительно нефть начнет расти, то после вот этого максимума у нас будет как раз те самые 4 точки, на которые мы можем рассчитывать новый любимый угол по нефти, потому что этот уже был рассчитан, по сути, черти когда, еще в 2014 году. Вот. Модель уже достаточно старая, но уже не один раз в этом плане нам помогала. Если же поставки нефти не будут сокращены и будут добывать по-прежнему тех же объемах, а то и увеличенных, то утянет их на старую цель, которую я вам уже неоднократно оглашал, это 22.04. Если же изменится политика добычи нефти, макроэкономические показатели изменятся, то вполне возможно будем работать по новой модели. Но это пока что обсуждение того, что может быть гипотетически. Порадовал вчера китаец, идеально развернулся на том времени, то, что мы с вами обсуждали. Да, значит, модель состоялась, первое совпадение у нас уже есть, поэтому можем работать дальше, исходя из тех рассуждений, которые мы делали еще когда в январе ждали появления модели. Напоминаю, точки вот 1, 2, 3, 4. Здесь хотя буквально там на несколько пунктов цена опустилась ниже вот этого минимума, но нам это в принципе достаточно. Так, и по нефти расчет на неделю вперед у вас по уровням тоже есть. Вот, собственно, все такие основные моменты, которые есть. Давайте сейчас пока можете задать вопросы, а я сделаю вам новую ссылку.
Так, я пока не так закрою. А, кстати говоря, я вчера вам обещал показать немножко более точный способ рисования углов. Сейчас, если успею, покажу. Но его, к сожалению, можно только видеть, сохранить его на MetaTrader нельзя. Уж он рисуется в отдельной программе, которая просто имеет прозрачное окно. Это что-то наподобие такой кальки бумаги, да, копировочной. Так. Сегодня у нас 18 число. Не тормозит. Каталог данных. Создать архив. Так, назовем его архив 18.02.2016. Шаблон. Все практически готово. Так, сгенерировать. Копировать. Так, теперь возвращаемся на самую первую страницу для тех, кто смотрит в записи. На всякий случай. Вот. Новая ссылка для тех, кто смотрит в онлайне, сейчас кину в чат. Вот, держите, можете скачивать самый свежий вариант. Так, сейчас посмотрим, какие посты появились, пока я делал ссылку. Так. Так, в прошлый раз уверенный рост нефти до 36 закончился падением на 10% за день. Ну, там были в основном спекулятивные операции, насколько я помню. По нефти Ирак дал свое согласие на сокращение добычи сегодня. Крупные игроки ждут роста нефти. Но если будет рост нефти, значит и рубль будет укрепляться. Так.
Ну, вроде бы все. Так, чуть не забыл. Давайте какой-нибудь график откроем, где такой более явный вариант движения. Вот, например, на евро-долларе, смотрите. Есть такая вещь, называется Gunner 24. Эта программа является бесплатной. Вот, сейчас я покажу вам пример. Как на ней можно делать разметку, но, к сожалению, там только скриншотики можно делать. Вот, смотрите, мы вроде как бы смотрим на MetaTrader, но только это уже не MetaTrader. Вот. И давайте попробуем нарисовать углы. Они, естественно, уже никуда двигаться не будут, но есть одно маленькое «но». Это не панацея, которая решит абсолютно все ваши проблемы. Она привязана к тому, на какой масштаб она накладывается. Поэтому придется учитывать инкремент цены и издеваться над масштабом в MetaTrader. Вот. Поэтому, кому вообще методы Ганна интересны, я думаю, стоит посмотреть на программу Gunner 24. В этом плане она достаточно хорошо помогает. Но если мы ее свернем, все построения тут же исчезнут. Так. Ну, вроде бы пока что вопросов нет. Давайте я поставлю заглушку на видео и пока что еще пару минут в чате посижу, если какие-то вопросы будут, то на них отвечу. Если у кого-то будут проблемы с установкой, то контактная информация ростовского филиала у вас есть. Всегда можете позвонить в офис и задать свой вопрос. Если вопросов больше нет, то увидимся с вами завтра в это же время, в 9 часов по Москве, обсудим уже окончание данной недели и перспективы на следующую. Всем спасибо за внимание. С вами был преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Меня зовут Алексей Ершов. Всем удачи и попутного тренда. До свидания.